кстати, ребята, 9 апреля концерт в «Гнезде Глухаря», и там будет презентация нового альбома под названием «Карантин», который как раз входит в вот эти вот песни. Потом ссылку для покупки билетов прикреплю. Уже в висках играет иней, а я не все еще сказал. На части душу рвал, удачу ревновал, слов не давал. Был где-то там посередине, цепи с эффектом домино. Я поздно понял слов, вернуть не суждено. Жизнь не кино. И кабы знал бы, доведал, все в этой суете когда-то случается. Хоть я не лгал и не предал, и все ж мне есть за что пред Богом покаяться. Я все бежал от упоров, в чем я не прав, тогда был, ты мне теперь скажи. И все мне кажется голос, как будто рядом ты, да только все миражи. Ждал, когда наступит время, чужих побед не признавал. Как книгу дни листал, бороться перестал, полный провал. Делился мыслями не с теми, просила милости пред. Тобою на подождут, скоро приду. И кабы знал бы, доведал, все в этой суете когда-то случается. Хоть я не лгал и не предал, и все ж мне есть за что пред Богом покаяться. Я все бежал от укора, в чем я не прав, тогда был. Кому понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Вот давайте сейчас все дружно, все вот вместе возьмем свои пальчики и не пожалеем лайка для меня. И для моего нового бегемота! Такое что-то у меня радость такая вообще невероятная. В общем, я очень рада.
И я надеюсь, что вы за меня тоже рады. Вот. В общем-то. Давайте, пока, ребят. Я вас целую и люблю. И спасибо, что были со мной. За репост отдельная благодарность. А 9 апреля жду вас на презентации альбома.